Лук по 10, цибуля по 5. Так и живем. В 1994 моя одногодка, американская классика. Ее купили на Copper TSA на аукционе. И настроение людям поднимает, и лентуры больше. Автомобиль рабочий, но требует реставрации кузов, салон. И вот, чтобы не стоял без дела, да и мы так решили его пустить в пользу, в ход. Людям зато позитив дарит. Никто не прошел и не проехал без улыбки. Реакция людей, я был удивлен. Я ожидал, что будет именно как-то так, в таком роде. Ну, удивился немного людей. Такая реакция, ну как, лимузин, машина такая роскошная и торгуют картошкой. Больше людей, мне кажется, останавливаются, просто сфотографируются. Каждый, можно сказать, каждая вторая машина, кто едет, приостанавливается, фотографирует, улыбается. Очень многие говорят, а мне ту именно с машины сетку взвести. 5 минут назад буквально мне друг звонит с Киева и говорит, что еду по Киеву и слышу по радио, что у Чернівцях торгуют с лимузина. Знаете, это ну, приятная новость такая. Что в Европе невесты катаются на таких автомобилях. А у нас в Украине картошку продают. И скажите, что в Украине мы живем плохо. Замечательно, мы живем в своей стране. Чуть подреставрируем, частично подкрасим, полирнем. И вообще в планах как бы сделать такую торговую витрину, цветами торговать.